The last crusade awaits. The most lonely and bitter. Brave warrior sets off in a feudal ship. Sacred ritual ended with a farewell song. Holy flame destroyed all earthly ties. The gods wait in their chambers, but short paths are not meant for the brave. Dark demons, ancient lords of deceit, abducted the soul floating quietly towards Asgard. With faithful sword and his fate in his hands, he enters Niflheim, the harsh land of ancient spirits. Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас первый взгляд на игрушку Niflheim. Она уже давненько лежит в Steam, но сейчас у меня появилась возможность дать вам 5% скидку на покупку игры. Ссылочка, собственно, там, где вы можете купить это дело, все вместе с промокодом на скидку в описании лежит. Сайт официального разработчика, так что не переживайте, никакие там не левые какие-то сайтики, херайтики. Нет, переходите, вводите промокод и, собственно, получайте игру дешевле, чем в Steam. Цена на сайте такая же, как у Valve, так что не переживайте, в этот раз я все проверил. Ну и плюс ко всему, я могу вам дать ключ на эту игру. Собственно, в ролике где-то будет спрятан ключейчик, так что будьте внимательны, ищите, активируйте, ну и играйте, наслаждайтесь. А мы приступаем. Я тут уже немножко поиграл, можно удалить на самом деле. Понятное дело, для чего играл, чтобы понять, что да как. Создание мира, ребята, это по большей степени выбор персонажа вашего, выбор клана, точнее. Хотя, на самом деле, несмотря на то, что описание гласит... Затупил. Нет, это не выбор клана, это выбор места именно, да. И по большей степени выбор сложности. Допустим, смотрите, холмы древнего медведя — это земля из гор, камней и льда, окутанная холодным туманом. Обилие мелких животных привлекает множество волков и других хищников. Понятно, кто там будет, да? Или, к примеру, чаще одноглазые волчицы — это суровая земля темного леса, покрытая снегом и льдом. Дикие животные обитают на этой земле благодаря обилию сладких ягод и грибов. Ну вот смотрите, дальше я читать уже не буду, сами прочитайте, если вам интересно, а мы выбираем вот это дело, потому что там снега, мне они интересны. И вот персонажи. Персонажи отличаются по характеристикам, собственно. Эти характеристики вы тоже можете прочитать сейчас на паузе, если вам интересно. Викинг, валькирия, берсерк, шаман. Мне интересен сейчас викинг. Это опытный боец, закаленный в бесчисленных морских походах. Он стоек на кренящейся палубе под тучей стрелы рукопашной. Он полагается на свое оружие и найдет выход в любой ситуации. У него есть бонус стойкости против кровотечения и оглушений. У него медленный метаболизм, то есть сытость расходуется медленно достаточно, и хороший у него, в принципе, урон. Это такой оптимальный вариант для старта игры, если вы новичок. Не, а я новичок, поэтому не буду выпендриваться, выберу викинга. И давайте смотреть, что нас, в принципе, ждет. Игра 2D-шная. Чаще одноглазые волчицы, снежок везде. Смотрите, мы можем здесь отстраивать вот это вот свое поселение, так скажем, да. В конечном счете здесь могут быть прям огромные башни, замки и так далее и тому подобное. Для этого, естественно, нужны ресурсы. Также вот есть возможность построить курятник, овчарную теплицу и так далее и тому подобное. Тоже для этого всего нужны ресурсы, дерево и прочее. Нам нужна также еда, чтобы выжить. Ну, это понятное дело. Ходим мы на левом стике, левым стиком точнее. Ягодки и прочее берем с помощью клавиши А. Но если, допустим, нажмем X, это у нас удар. Хрясь. Мы гасанем дубинкой животное, и с помощью А мы ничего не возьмем. Нам нужно правым бампером верхним нажать, и тогда поднимется то, что мы уронили. Вот. Есть у нас также инвентарь. Правым стиком он открывается. Здесь мы видим, что у нас имеется стрела. Да, на дальний бой у нас стоит лук. В инструментах у нас стоит примитивный колонн и примитивная кирка. В оружии у нас стоит пустынная дубина. Прочность 24-25, цена 7-8 урона у нее. У нас также имеется еще... И железный топор, грубый железный топор, у него урон 20. Я, естественно, возьму именно его вместо пустынной дубинки. Не знаю вообще, почему мне кладут именно дубинку в руки, если у нас есть
топор. Понятия не имею. В общем, как бы это жестко не было, ну, нужно убивать всех, рубить с помощью Y, подходя к дереву, собственно. Нажимаете, держите, дерево падает, получаете бревно, получаете шишки. Все очень удачно. За каждое движение вы теряете сытость. Собственно, это тоже адекватная фигня. Я сейчас играю один, но можно играть с ботами, можно играть в мультиплеере. Это гораздо веселее будет. В конечном счете, вы будете на разных землях развиваться и воевать друг с другом, чем не радость. У каждого свое развитие. При этом земля здесь вроде как... О, новый уровень мастерства, дровосек, уровень 1. Отлично. Земля здесь вроде как нарисованная вручную, то есть у каждого свой ручной старт, так скажем. Это делаем для того, чтобы был баланс приемлемый. Так, забираю все, забираю и продолжаю рубить. Метаболизма у меня хватает. Сделано для того, чтобы был баланс, да. А вот, по-моему, подземелье уже генерируется, насколько я понимаю. Да, здесь имеется подземелье. Задание дровосек. Владычица мертвых земель обратила на тебя свой взор, воин. Порадуй же ее новой победой. Добудь 3 дерева, и мы вознаградим твои труды сполна. Мы добыли дерево, собственно, давайте нажимать выполнить. Нам дали медленный колун, и мы можем... Медный колун, прошу прощения. Мы можем его начать использовать. Но зачем? У нас же есть тот. Давайте пока, собственно, будем использовать то, что используем. Так. Забираю тыкву большую, забираю яйца, птенцов гашу. Просто ужас какой-то творю, согласен. Ну что поделать, это все надо, уж простите. Колонн пусть ломается, нам нужно еще больше дерева. Дерево просто пипец как необходимо. Все срубаем. Все срубаем к чертям собачьим. Потом можно будет ходить, конечно же, в подземелье и... таким образом, собственно, находить еще более уникальные вещи и сражаться с монстрами. А ну... Стой! Мясо забрал. Так, и строительный камень забрал. Строительный камень — это тоже вещь нужная. Короче говоря, давайте попробуем пока вернуться. Я достаточно обгулялся. Пока входить никуда не буду. Хочу вернуться, посмотреть, что мы можем сделать. Ну вот, допустим, построить нажмем. Смотрим. Значит, чтобы теплицу возвести и, в принципе, что-нибудь, нам нужна еще веревка. Деревянная теплица, курятник, овчарня. Где мне взять веревку, я, если честно, пока не знаю. Давайте поговорим с ним. Кра! То есть, приветствую, воин! Меня зовут Хак, и я здесь для того, чтобы дать тебе несколько советов. Во-первых, не переживай попусту, ты нужен Асгарду. Нужен на этих туманных берегах, куда больше, чем в першественном зале Вальхаллы. Во-вторых, даже после смерти стоит беспокоиться о здоровье. Эти мелкие куропатки — превосходный источник белка. Их яйца тоже, кстати, мне бы не помешала парочка. Понимаешь, куда я клоню? В общем, конечно же, я понимаю, мне нужно еще одно яйцо, он даст мне одну курицу. Но мне нужно построить курятник, чтобы эта курица где-то жила. Так, а здесь у нас те же самые, да, строения, да. Где строить веревку? Переместиться? Нет, подожди. Где крафтить веревку? Я пока, если честно, не разобрался, но сейчас разберемся. Навыки у нас, собственно, качаются, как в The Elder Scrolls, да, чем больше используешь, тем больше качается. Это, в принципе, нормально. Так, задачи. Отвор на жреца, дровосек. Выполнена, понятная история, ясно. Обучение, управление. В бой показатель ультиматум, что ли, неохота. Чем глубже вы продвигаетесь, тем сложнее копается. Но качественная кирка заметно облегчает процесс. Новые инструменты можно в любой момент создать в столярной
мастерской. Вот, столярная мастерская, крафт. Значит, в мастерских можно создавать практически все, чтобы выживать и даже грабить менее удачливых соседей. Также по миру разбросаны небольшие точки крафта, мини-мастерские. Вы можете создавать оружие и амуницию в кузнице, а различные предметы и инструменты в столярной мастерской. Еду приготовить можно на кухне, а сварить магическое зелье в алхимической мастерской. Еще есть алтари, в которых можно создавать обереги, но они неплохо восстанавливают здоровье. Совет бывалых. Лучше всего начать выживать, построив столярную мастерскую. Без нее не будет никакого прогресса. Вот, столярную мастерскую, конечно же, хочется построить. Только как это сделать? Я пока что, не знаю. Курятник я сейчас, естественно, построить не могу. Если я возьму и начну здесь что-нибудь строить. Допустим, вот цитадель. Разнорабочую ачивочку я получил. Ну и что, теперь я могу всякие другие вещи строить? Нет, не могу. Теперь мне еще и веток не хватает на курятник. Здорово. Так, ну ладно, я могу войти сюда. Давайте войдем и посмотрим, что у нас здесь будет. Это, собственно, мой хаб, так скажем. Мастерские здесь у нас. Открыть сундучок можно. Закинуть в этот сундучок всякие вещи. Значит, построить сундук. Нет, спасибо большое. Войти, погоди. Во, значит, собиратель. Владычица мертвых земель обратила на тебя свой взор. Значит, две шкуры кролика она хочет. Броню охотника она мне даст за это. Построить лесопилку. Угу, здорово. Открыть сейф. А что-то я не могу открыть сейф. Вот, могу открыть сейф. И что я в этот сейф могу положить? Да чего угодно, на самом деле. У меня здесь железный меч есть на 15 урона. Пока не буду. Геймплей, на самом деле, дико интересный. Так, вот здесь вот кузница. Мне нужно, конечно же, сесть на трон, ё-моё. Здорово. Я так получаю буст к здоровью. Круто. Пока я буду есть ягоды, мне кажется, да? Ну-ка, погоди. Вот, у нас, допустим, какая-нибудь клюква, которую я могу съесть. Раз, два. Допустим, две клюквочки съем. Это даст какой-то буст к сытости? Что я не вижу, да? Чтобы он давал. Нет, какой-то дает, но совсем мизерный. Совсем-совсем мизерный. Ну, это понятно, что клюкву одной не наешься, особенно двумя ягодками. Так, построить кухню можно. Построить сундук. Построить алхимию. Так, тут что-то есть. А что тут есть? Ну-ка, что тут есть? Сытость теряется. Там человек есть, здорово. Отличная новость просто. Тут валяется челобрек. Челобрек, что у тебя там в ручках? Там записка какая-то, ничего себе. И прям держит, ты посмотри. Не верь жрецам, найди в подземельях то, чего они так боятся. Они не те, за кого себя выдают. Готовься, они придут за тобой. Так, ну ясно. Пока нам о жрецах вообще думать не стоит. Здесь у нас сундук. Ну, в общем, кузницу надо строить. Чё мелочиться, да? Алхимию, кухню, конечно, тоже хочется. Но я так полагаю, что сейчас все-таки лучше с кузницы начать. Выходить я не буду, нет, спасибо. А, погоди. Войти. Здесь выход. А здесь что? Ну-ка, зайдем, посмотрим. Тут может быть какое-нибудь место для, ну, типа шахты. Да, конечно, шахта. Здесь ты копаешь, перекопаешь всякое. У меня 37 сытости, я сейчас не могу об этом думать. Ну, вообще, ни в коем случае. Не, лесопилка. Какая лесопилка? Кузница где? Вот она, кузница. Офигеть. Два строительных камня нужно на это дело. Еще. Ну, то есть, надо 4, у меня 2. Так, а что я могу еще поесть? Что я еще могу поесть? Сырое, наверное, вряд ли будет, да? Сырое мясо не лучше. Еда использовали для приготовления пищи на кухне. Ну, понятное дело. Шишка, смола, тыква, сырая пища. Отнеси на кухню, чтобы приготовить сытные полезные блюда. Да, может быть тогда...
может быть, тогда все-таки кухню сделать, а? Так, давай-ка. В крайняк, конечно, сырую еду поем. Давайте камня нафармим. Ну-ка. Хрясь, хрясь. Соль каменная. Строительный камень 3 штуки добавил. Соль камень 25. О, как я кушать хочу, это жесть вообще. Давай пойдем наверх. Я думаю, этого хватит. Собственно, добывать камень тоже через Y. Все через Y в этом плане делается. Давай кухню сделаем. Жрать охота. Так что да, кухня. Строим кухню. Все, теперь создаем в кухне. О, вареную репу можно создать. Все, отлично, создали вареную репу. А больше жрать-то нечего. У меня на больше нету рецептов, ты прикинь? А, нету ингредиентов, точнее. Вот, к примеру, мясо имеется, да, но нужны специи. А где специи мне взять? Я понятия что-то вообще не имею пока что. Вареные яйца, нужны яйца. Здесь у нас бобы нужны, каша из бобов. Яйцо. Где найду мед? Белый гриб. Ясно, это пока не горит вообще. Ну-ка давай смотреть, что он у меня тут. Цыпленок по походному. Ты посмотри, у меня здесь есть еда, оказывается. Каша из бобов. Да, она сюда прыгает, все, я понял. Вареная репа, вот она, то, что я сделал сейчас. Ну-ка. Ну, в принципе, куда ни шло. Ну, такое себе тоже, да? Давай цыпленка бахнем. Ну-ка, цыпленок, давай. Ну, викинг у нас здоровый, малый. Цыпленка одного мало будет. Я понял. Давай еще вот так бахнем. Давай, родной. Вот, неплохо. Ну, я думаю, этого хватит. Пойдем еще деревья нарубим. Деревья нам нужны. И я сделаю кузницу. Офигительная игрушка в этом плане. Здесь очень много всего делать надо. Дубовик. Вот, и я говорю, в конечном счете, вот таким вот крафтом незамысловатым, а вы можете прийти к тому, что у вас будет прям бешеная... О, здорово, какая. Здравствуйте, сосед. Начинает сверлить. Офигеть. Спасибо тебе, сосед. Короче, бешеный замок у вас будет, вот что. Знаете, этот дядька будет сверлить где-то сейчас. Дошибись, да? Класс. Здорово. Когда вы нажимаете на X, чтобы, собственно, атаковать, он сам начинает бежать к противнику и бьет. Вот. Единственное, после удара по скелету, к примеру, я советую все-таки отступать как-нибудь. Как-нибудь все-таки сделайте это, да? Ударили, отступили. Отлично. Забираю все. Сюда пока не хочу ходить. Пока не хочу, пока этого хватает. Того, что тут есть. Так, смола. Ну, а ты посмотри, вот она кухня здесь была. Можно было сюда ходить. Здесь же трон еще имеется. А какой ты дикий, а? Сверлишь и сверлишь. Успокойся, родной. Не будет он успокаиваться. Кого я обманываю? Будет сверлить и сверлить. Но на деле. Да, я голоден, пишет. Нам говорит, точнее. На деле я вам все показал. Так что, по сути, можем на этом заканчивать. Потому что он реально может очень долго делать эти дела свои. Подлые, гадкие. Вот, поэтому даже не знаю, имеет ли смысл как-то что-то вперед идти. Давайте я на этом закончу, ребят. А вам, если понравится, я, может, сделаю просто еще один ролик. Хорошо? Здесь есть капуста. Здесь еще что-то имеется. Нету? Нету.
Ой, прям хочется дальше идти, не останавливаясь. Вот, но там другая локация уже, И если были компьютеры, если бы я их поставил, там было бы другое развитие. Вот, но его нету. Может быть, имеет смысл как раз в мультиплеере поиграть с теми же рупорами. Надо будет это дело обсудить. Может быть, имеет смысл... Так, делай из бобов кашу. Бобов очень много. Вареную репу еще свари. Здорово. О, повар, красота. В общем, имеет смысл начинать заново по-любому, потому что, ну, видите, здесь кухня, кто знал. Тот, кто играл, тот знал, собственно. Надо осмотреться. Посмотреть, что есть, что нету. И, наверное, в мультиплеере все-таки поиграть в это дело, потому что оно подразумевает все-таки развитие параллельное. И так будет гораздо интереснее приходить в гости, смотреть, что у кого как, воевать друг с другом. В общем, пишите свое мнение в комментариях, а я пойду терпеть соседа. Всем пока, ребята. Дальше круче. Скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. Может, вы обидели кого-то зря? Календарь закроет этот лист. Главное приключение, спешим, друзья. Эти байки ходу машинист.